Прежде всего я предлагаю свой шаштанда давать Пушпанджи или свое сердце, подобно лепесткам цветов тысячи и тысячи раз у лотосных стоп моего духовного учителя. Нити лилы правишты Ом Вишнупада, что отражата шли. Рупа Нугачари Вари, Шрилы Бхактивиданты Нарайана Госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands of times. At the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada and all of us, Sri Rupa Nuga Gaudiya Guru Param. Затем я предлагаю тысячи дандават пранам лотосных стоп моего Param Gurudeva, Шрилы Прабхупады и всей лучезарной Шри Рупа Нуги Гуру Парампары. And finally, I offer my pranam to all the seven Vaishnavas. В завершение я предлагаю свои пранамы всем Вайшнавам. Oh, Arastana's Guru is hiding there. Where is Astasiddhi Prabhu? No, he has not come. He's not here yet. Balaram Prabhu. He's here. Balaram Prabhu. Astasiddhi Prabhu.
Yeah, that's designing on the stairs. He's in wine, he can do sitting with him. I can see you. I can see you. Уплотняйтесь немножко, потому что... Vaidya courses, Marshal Sri Gauranga Gauranga. You have survived the second day of Navadvip Dhampari. По беспричинной милости Шри Гуру и Гуранги вы выжили уже второй день Навадвип Дхампари. And we have worshipped through this parikrama the island of Antadvip and Simantadvip. Нам уже посчастливилось почтить этой парикрамой два острова, Антадвипу и Симантадвипу. Tomorrow we will cross the river this side and go to Godrumdvip. Завтра на лодках мы пересечем Джаланги и отправимся на ту сторону в Годрумдвипу. Question comes. Возникает вопрос. Why is Antardvip called Antardvip? Почему Антардвипа называется Антардвипой? Perhaps you know that 5,000 years ago, when Sri Krishna manifested his pastimes in this world. Возможно, вы знаете о том, что более 5000 лет тому назад, когда Кришна являл свои игры тут на земле, Sri Krishna, in order to save his friends, the coward boys who had entered into the stomach of Agasura, Krishna choked Agasura. Чтобы спасти, выручить своих друзей, которые попали в пасть Агасуры и чуть ли не погибли у него в животе, Кришне пришлось задушить Агасуру. And then, when all the Krishna and the coward boys came outside, после того, как Кришна вместе с друзьями вышли из пасти Агасуры, then the soul of Агасура, which had burst out through the top of his head, through the Brahmarandra, was floating in the sky, and it floated in the sky, and then merged into the lotus feet of Sri Krishna. То душа Агасуры, которая вышла у него из макушки, она полетала по воздуху и вошла в лотосные стопы Кришны. And all the demigods began to celebrate, Jai, Jai, and shower flowers. Демоны стали радостно восклицать и осыпать всех цветами. It was very astonishing. Это было потрясающим зрелищем. What had Агасура done to deserve this? Чем Агасура заслужил? Liberation. He was a very tamasic demon. Освобождение. Был тамасичным демоном. And liberation is very difficult to attain. Освобождение очень трудно достичь. Especially even was a Sarupya Mukti, not Sayujya Mukti. Особенность это не было Sayujya Mukti, это было Sarupya Mukti. So, first of all, his qualification is I want to go to Vrindavan. Первая его квалификация — это сильное желание попасть во Вриндаван. And I am very greedy for Krishna. Ему он очень хотел попасть во Вриндаван и очень хотел найти Кришну. Literally wanted to eat him. Буквально хотел съесть его. Он так хотел Кришну, что хотел его, намерился его съесть. So if someone can somehow or other bring Krishna into his mind, если кто-то таким образом может завлечь Кришну в свой ум, deliberately, or even it happens by accident, осознанно или случайно, then that person will be liberated. Человек наполнит свой ум Кришной, то он получит освобождение. Even by the sound of one holy name. Даже благодаря звуку одного святого имени. So that was his qualification, his greed to go to Vrindavan. And his greed for Krishna. Это была его квалификация. Сильное желание попасть во Вриндаван и получить Кришну. But he had another qualification. У него была еще одна квалификация. That was not his. Это было не его заслуга лично. By which Krishna gave mercy to him. Что-то, что побудило Кришну пролить свою милость на Агасуру. Because usually demons have some absorption in Krishna, but not in a favorable mood. They get impersonal liberation. Обычно демоны, которые враждебно все время думают о Кришне, они получают освобождение, но имперсональное освобождение, союджа мукти. So,
He got a special mercy because особую милость Асура получил. He had a very dear, intimate relationship with Путана. Благодаря родственным связям с Путаной. Путана and Агасура and Бакасура, they are the two brothers of Путана. Потому что это брат. Того Баки Ям Станакала Путана. Бакасура и Агасура это братья Путаны. So when Krishna, when Putana tried to poison baby Krishna with a poison on her breast. Когда Путана пыталась отравить Кришну ядом, которым она обмазала свою грудь. Then Садвеша Дива Путана писакулам том мива дева пита. Sri Krishna was so happy. Кришна был так счастлив. Why? Because she was decorated like a mother. Потому что тетечка выглядела как мама. Oh, child, take my milk. Вот ребеночек, малыш, иди, попей молока. So even though she was trying to kill Krishna, but because Krishna was reminded of his mother, he was in ecstasy. Oh, take a break. У нее были злые намерения, ужасные, но из-за того, что внешним видом она как-то напоминала маму или нянечку, Кришна так обрадовался, что он решил подарить ей прему. So Sri-Vesha means only happy. The Sadvesha Adiva Putana, only by being disguised as a Brijvasi. Просто переодевшись в Раджаваси. Krishna decided, oh, I will liberate you, Sadvesha Adiva Putana, Sakulam, and all your dynasty as well. Путана вызвала такую милость, такое великодушие у Кришны, что он решил дать ей освобождение и всей ее династии. So, because Agasur was a relative, had a relationship with Putana, to whom Krishna had given mercy, so Agasur also got mercy by that sambandha relationship. То есть Агасура получил вот эту милость по брату, потому что он был братом той, которая получила милость Кришны. У него была самбанда с объектом милости Кришны. So we may be very unqualified. И может мы тоже очень неквалифицированы. But if we can have a relationship of service with someone who has Krishna's mercy, then we'll also get Krishna's mercy. Если как-то можно привязаться к тому, кто является объектом милости Кришны, хоть какие-то отношения развить с такой личностью, чтобы была самбанда, то непременно мы тоже сможем привлечь эту милость к себе. So somehow or other, we should just always play a whole very tightly to the lotus feet of Gurudev and Yoga Vaishnavas and never let go. Поэтому всеми силами надо Serving. Хвататься за лотосные стопы Шри Гуру Вайшнавам. А что значит хвататься за стопы? Значит совершать севу постоянно, непрерывно служить Шри Гуру Вайшнавам. Бхактар Бхактаджана Прия. Supreme Lord said, what to speak of my devotee? Even the devotee of my devotee is very dear to me. Господь сказал, что говорить о том, как дорог мне мой преданный, даже преданный моего преданного очень дорог мне. So, when all the demigods were celebrating the liberation of Агасура, и когда девы праздновали такое необычайное событие, как освобождение Агасуры, actually, you know that Агасур, the Майавади is thinking merged with Krishna. Майавади думает, что он слился с телом Кришны. But actually entered into Krishna, and from there he went through all the plant resistance and the coverings of the universe and went to the spiritual world back with them. Но не так, он вошел в тело Кришны, но обрел сварупу и сарупья мукти, и просто путешествовал по всем оболочкам Вселенной, вышел за пределы и отправился в духовный мир. So Brahmaji, he heard all the celebrations going on, he thought, what's that celebration? Brahma услышал. There's a festival and I wasn't invited. Брама услышал радость гул этих девок, подумал, что происходит, что за праздник, на который меня не пригласили в моей собственной вселенной, что такое? So from Satyalok he came down to earth to see. Быстренько спустился Сатилоки на землю посмотреть, что там происходит. And there he saw Krishna was playing. Там он увидел играющего Кришну. Then Brahmaji became overwhelmed with curiosity. А Брамаджи стало очень любопытно. He thought, I want to see more interesting pastimes. Как интересно, хочется увидеть еще побольше лил. So at that time, Sri Krishna and his friends, they came on the bank of Jamuna and they were having a picnic together. В это время Кришна с друзьями вышли на берег Ямуны и стали обедать, стали кушать пикник. And while they were focused on their picnic, then their calves, they were tending straight away. Пока они отвлеклись на еду, все телята разбрелись куда-то в лес. So Brahmaji thought, what mischief can I do here in order to see some wonderful pastimes? And he stole the calves
And then Krishna went to look for them, and then he stole the boys. Krishna's friends. Брахма подумал, сейчас я что-нибудь замучу, только пусть он мне покажет еще побольше лил. И украл тут же телят, пока Кришна отвлекся искать телят, он украл мальчиков. Он так думал, что он всех украл. Then he went, returned to Brahmalok. И вернулся на Брахмалоку. He thought he will come back later and then see what will Krishna do. Думал, сейчас схожу домой, а потом вернусь, посмотрю, что Кришна будет делать. So as you know, Krishna he just expanded and became all the boys and calves. А как вы знаете, Кришне пришлось создать экспансии всех телят и всех мальчиков. Он сам стал всеми телятами. Yoga Maya had covered the boys and calves. They were still where they were. Only Yoga Maya covered them. And Lord Brahma actually only stole the Maya. Some illusory representations of the boys and calves, because the associates of Krishna are powerful. Powerful like Krishna himself. And so Brahma actually, he's a very insignificant devata, he cannot do anything. Что-то как-то похитить вечных спутников Господа, потому что он всего лишь незначительный девата по сравнению с вечными парикарами и Кришной. Потому что на самом деле произошло, Йога Майя просто покрыла, спрятала и мальчиков, и телят, а Брахма украл дупликаты, копии, которые она сделала. So when Brahma got back to Brahmalok, когда он вернулся домой на Брахмалоку, then the gate of his palace was locked. Он увидел, что двери заперты во дворе, с ворота. Then open the gate. Постучался, откройте. The doorman opened. Oh, you imposter, get out of here, I'll beat you. Shut the door in his face. А, вот ты пришел, самозванец. Иди прочь, сейчас я тебе дам хорошенько. You cannot outsmart Krishna. Krishna перехитрить невозможно. Krishna immediately knew everything that was going on. He expanded himself and took a form of Lord Brahma and told his servants, an imposter will come pretending to be me. Don't let him in. Krishna знал, if he tries to get in, you can beat him. Он понял, что происходит. Тут же принял облик Брахма, отправился на Брахмалоку, сел на трон, сказал своим слугам, сейчас придет самозванец, притворяясь мной. Запирайте ворота и гоните его прочь. Если будет роптать, бейте его хорошенько. When Brahmaji came back to Braj, he saw Krishna and the boys were playing as usual. Брахма ринулся обратно на землю, прилетел во Брадж, увидел, что Кришна продолжает играть со своими друзьями. He thought, but I put them sleeping under my mystic potency in a cave. Что происходит? Я их усыпил в пещере. So he went to the cave and he saw the boys were there also. Подошел к пещере, увидел, что мальчики спят там. So then he saw this Krishna moving them. When I go here, he puts them there. When he go there, he puts them here. Потому что за игры? Он, наверное, их перемещает с места на место. Наверное, их забирает из пещеры, когда я не гляжу, потом обратно их кладет туда. So then Brahmaji thought he was very intelligent. Брахма подумал, ну ладно, я тоже не глупый. Because he has the chaturi of Chatumukh Brahma. Так как у него хитрость четырех голов есть. So suddenly with two heads he looked in the cave and two heads he looked on the bank of Yamuna. Двумя головами он стал смотреть в направлении пещеры, двумя головами стал смотреть на берег Ямуны. And he saw they were there and there at the same time. Видел одновременно мальчиков и в пещере, и играющих с Кришной на берегу Ямуны. Then he saw the boys with Krishna. Each one of them became sham color and became huge with four-headed forms, with a kostubha mani and padma, chakra, gada and когда он продолжал смотреть на мальчиков, он увидел, что они стали преображаться, и каждый из них принял огромную форму синего цвета, четырехрукую форму, чатурбхуж, форму Господа Нараяны, с кастуба мани, с чакрой, с лотосом, шанкой, с головой. In Vaikuntha, everyone has four arms, but if every one of them has the kostubha mani, that means they're not parshats, associates of Vaikuntha. Everyone is Lord Narayan himself. Millions and millions of Narayan. На Вайкунтхе у всех четырехрукая форма, но come from this coward boy Krishna. Камень кастубха это эксклюзивный атрибут Господа, то есть это были все формы Господа Нараяны, и Брахма понял уже, с кем он имеет дело. He became overwhelmed seeing the endless ocean of opulences of Krishna. He saw the forms of Narayana were surrounded by millions of Brahmas and Shivas and Ganeshas and Durgas and Rishis and Narans and Shukumaras. Each one had all of these associates around him. The Avarana. Накрывать Брахму, потому что он видел, что каждая из форм Господа Вишну окружена аваранами, кругами свит, окружения, там, деватами, и Брахмами, и Шивами, и Ганешами. The light was so tremendous that he couldn't even look at this vast opulence, and he closed his eyes. He was just thinking, "Kim Idam." Kim Idam is Sanskrit for "What is that?" Brahma, вот он ослеплённый этим сиянием, он уже ничего не приходило ему в голову, кроме Kim Idam. Что это?
And then he couldn't even think, and his mind collapsed. Он перестал думать, просто выключился у него уже рассудок. He doesn't know how long he was unconscious for. Он не знал, сколько времени он находился без сознания. But when his consciousness came back, когда он пришел в себя, he rubbed his eyes, протер глаза, and then he looked and saw, посмотрел, beautiful, peaceful Vrindavan. И вокруг себя увидел умиротворенный Вриндаван. And little boy Krishna was there with some rice and yogurt in his left hand. Маленького Кришна, который в левой руке держал рис и йогурт. Looking very worried and looking for his friend. Oh, Subha, Sita, Banamanga, where are you? С беспокойным выражением лица он ходил и искал своих друзей. After Yogamaya showed him the Aishwarya of Krishna, now she covered that and showed him pure Madhurya. Изначально Йогамая шокировала Брахму от Айшварии Кришны, сейчас она убрала Айшварию, показала ему чистую Мадхурию. Рамачи задрожал голос. So sweet. Был как сладко. It's what I've put my four noses in where they don't belong. Зачем я свои четыре носа засунул туда, где им не положено быть? He's literally an alien. You know, in this sweet human-like pastime. He got down from his swan and he gave dandavat pranam thousands of times to Krishna, crying. И рыдая, он сошел со своего лебедя и тысячи раз кланялся Кришне. He composed himself and offered many, many beautiful prayers, the Brahma Stuti, one of the great jewels of Srimad Bhagavatam. Потом он взял себя в руки и стал молиться Господу, произнес Брахма Стути, это одно из сокровищ Шримад Бхагаватам, молитва Господа Брахмы. But Krishna would not even look at him. Но Кришна не обращал на него никакого внимания. So Brahmaji was very ashamed. He just begged permission to leave. Brahmaji gave pranam and then got onto his swan and was flying away. Brahmaji было очень стыдно за содеянное. Он потом пошел к своему лебедю, сел и полетел домой. Some people think that Brahma tried to steal the cows and boys because he was testing. Is this person Krishna Gopal? Is he God or not? Некоторые трактуют эту лилу, объясняя, что Брахма попытался похитить телят и мальчиков, чтобы убедиться, действительно ли Кришна Бхагаван или нет. But this idea is completely wrong. Но это глупая идея. He has prayed Govinda Mani Purusham Tamam Bhajami. Did he forget? Брахма прекрасно знает, он сам молился Govinda Mani Purusham. Он знает, кто такой Кришна. Brahmaji knows that Sri Krishna is good. Он знает, что Кришна Господь. What was his fault? His fault was that he wanted to see more interesting pastimes of Krishna, but by the empirical approach, the experimental approach. То есть ошибка его заключалась в том, что он пытался насладиться лилами Кришны, он пытался вынудить Кришну развлечь его лилами эмпирическим способом посмотреть. By his own effort, by his own manipulation. То есть сам пытался вмешаться в лилы Господа, манипулировать что-то там. How can one see more beautiful, sweet pastimes of Krishna only by doing bhajan and by the mercy of the holy name, then prachodayat, then those lilas may be revealed to us by Yogamaya. Свидетелем сладких лил Кришны можно стать только прачодаят, совершая самопредание и ожидая милости от Господа. И тогда, если Господь захочет, Йогамая явит нам его сладкие лилы. But even this mistake of Brahma was not really a mistake. Yogamaya inspired him to do this because Sri Krishna had some special purposes to fulfill. Вот даже эта ошибка so also, была простительной, потому что Йогамая вынудила его поступить так, чтобы Кришна явил эту лилу. He cannot be bewildered by Mahamaya because you can see in the second canto, chapter 9, when Krishna gave Lord Brahma the four seed verses of Srimad Bhagavatam and he blessed him, Astu Te Madanugrahat, he said, by my mercy you will never become bewildered again. Брахма не мог оказаться под влиянием Махамаи, потому что во второй песне Шримад Бхагаватам, в 9 главе, Кришна дает Чатушлоки Бхагаватам Брахме и потом благословляет его, что теперь ты не сможешь попасть, тебе ты не подвластен моей иллюзорной энергии теперь Махамаи. So really, all these lilas have many levels of understanding. Это многослойные лилы, которых очень много глубоких смыслов. Nevertheless, Brahmaji, when he was flying away from Braj on his swan, about to go to Brahmalok, return to Satyalok,
he was feeling very ashamed for his offense. Но все же, когда Брама возвращался на Брамалока, ему было не по себе из-за этого оскорбления. Брамати's offense was more offensive than Indra's offense. Ему было очень мотрошно, потому что на самом деле его оскорбление было гораздо более серьезным, чем оскорбление Индры. Now you may say, well, how is that possible? Indra tried to smash the whole of Braj with thunderbolts and flood the place with rain and kill everybody. Ну, может это показаться странным, потому что Индра штурмовал Брадж, намереваясь убить всех. It was Brahma's offense was greater. Why? Because he tried to separate Krishna from his associates. But when Indra tried to smash Braj, they all came together under Giraj Govardhan. Giraj Maharaj ki jai. Проступок Брамы был гораздо более серьезным, потому что он попытался разлучить Кришну с его спутниками. А Индра, благодаря действиям Индры, все оказались вместе под крышей Гирираджа Говардана и жили вместе как одна семья в течение 7 дней. When Indra sent the rain, Krishna was very happy to be all together, especially with Radhika and the gopis for 7 days and nights. Кришна приветствовал вот эту атаку Индры, потому что благодаря этой атаке он смог побыть с Радикой и другими гопи в течение стольких дней вместе, неразлучно. The gopis had been thinking, Krishna will be married to some fortunate gopi and then we'll never be able to stay with him. What would it be like to live together with Krishna in the same house? And Indra was instrumental in fulfilling the gopis' desire to live together with Krishna in the same house. Марионеткой в этой лиле, у йога майя в руках, он сыграл свою роль, чтобы у гопи была эта возможность исполнить вот эту свою фантазию, побыть с Кришной столько дней. We mentioned the other day, just as the word pati is including the word upapati, so all the bhavs of the swakya mood are present within the parakya mood, but all the moods of parakya are not present in the swakya. Потому как слово пати, муж, оно включено в слово упапати, то есть любовник, незаконный возлюбленный. Таким же образом все эмоции сваки, они присутствуют в параки, все составляющие сваки. So Brahmaji was flying away on his swan. He took off from Vrindavan, he was flying towards Satyalok, and he was feeling very, very embarrassed because of his offenses. Брама держал курс на Сатьялок, улетал, и ему было очень стыдно, вообще было не по себе, было ужасное настроение. And as he was flying on his swan, then a verse of Srimad Bhagavatam came in his heart. И пока он летел в левите, он вспомнил один стих Шримад Бхагаватам. Krishna Varnam Tusha Krishnam Sango Vangasta Parshadam Yajay Sankirtana Prayayayayati Sumedasam. He remembered in Srimad Bhagavatam it is said that after Krishna appears in this world in Dwapara Yuga, at the beginning of the next Kali Yuga, Krishna appears again in his most merciful form as Брама вспомнил, что после конца Двапара Юги, после того, как Кришна является в Двапара Югу, он тоже явится снова в Кали Югу, в своей самой великодушной ипостаси Гауранги. So when would Brahma remember this? He did a U-turn in his swan, and he turned around, and he came back to Earth, and he came here to Navadvipam. Резко развернул лебедя, нарушая все правила дорожного движения невестное, и полетел сюда в Навадвипам. And Lord Brahma, he landed just here in the middle of Navadvip Dham, because it's shaped like a lotus flower with 8 petals, 8 islands, and he landed in the middle island. И приземлился в центральном острове. Остров, эти 9 островов имеют форму лотоса, 8 лепестков и сердцевина. И он сел прямо в центральном острове. And in a very humble mood, considering himself the most fallen and most offensive creature in the whole universe, he began to pray and chant the holy names and remember Gauranga. И испытывая полное раскаяние, считая себя никчемным оскорбителем, он стал воспевать имена Гауранги. So Mahaprabhu is very merciful. And after some time, then Brahmaji saw before his eyes the beautiful golden form of Mahaprabhu. Махапрабху очень милостивый, и он откликнулся на зов Брамы. Через некоторое время Брамаджи увидел
золотую форму руку Чайтанья Махапрабху. Krishna himself, but covered with the lustrous beauty of Radhika. То сам Кришна, украшенный сиянием золотой кожи Шримати Радхики. When Brahmaji saw his beautiful lotus eyes, his beautiful curling hair tied on his head with the pearls. И когда Брахмаджи увидел прекрасные огромные глаза Господа, его вьющиеся темные локоны, закреплены нитью жемчуга на макушке. His white shining Brahmin thread, his beautiful sounding ankle bells. Сияющий брахманский шнур, очаровательные нупуры, колокольчики на лодыжках. Brahmaji gave Dhanavat Pranam again and again. Брахмаджи стал предлагать поклоны Господу. Then Chaitanya Mahaprabhu said, Chaitanya Mahaprabhu сказал Брахме, О Брахма, you are always my favorite devotee. Ты всегда мой любимый преданный. And because of love for you, I never take offense to anything that you do. И так как я тебя сильно люблю, я никогда не обижаюсь на тебя. And compare Krishna and Mahaprabhu. Krishna in the form of Mahaprabhu. Сравните Кришну и Кришну в облике Махапрабху. Our Vishwambar Mishra said, наш Вишвамбар Миша сказал, Brahma, I am pleased with you. You should ask from me any benediction you want. Брахма, я очень доволен тобой. Ты можешь попросить у меня любое благословение. Lord Brahma prayed, My Lord, I know that soon the Kali Yuga will come and you will appear along with your associates here in Navadvip. Господь, я знаю, что скоро наступит Кали Юга, и ты явишься в Навадвип вместе со своими спутниками. And you will distribute the highest Krishna prema. Braja praying to all through the chanting of the holy name. И ты будешь раздавать людям наивысшее сокровище, Браджа Прему, в форме святых имен Господа Кришны. So, last time you appeared in this world, I made offenses because I was so proud. В прошлый раз, во время твоего прихода, я совершил много оскорблений из-за своей гордыни. So I'm begging you, please give me the benediction that I can take birth on earth in not in a low caste, out of caste, completely fallen, abominable birth. Поэтому я прошу тебя одного, дай мне рождение на земле во время твоих лил, какой-то вообще недостойной семье, даже не низкой касты, а вообще вне касты. I want to be born so low that all those from the Vedic culture will look down upon me with contempt. Я хочу, чтобы у меня был настолько низкий социальный статус, чтобы меня все презирали в обществе. In this way, my pride will be diminished. Это излечит меня от гордыни. And I'll not make any more offenses. И я не буду снова совершать прошлые ошибки. And give me the benediction that in that life I can always be very close to you and always serve you along with your associates. И также благослови меня, чтобы в этом воплощении я всегда был дорог, близок к тебе и твоим слугам, что у меня было много общения с твоими преданными. Sri Chaitanya Mahaprabhu, he smiled. He said, Tatastu. Chaitanya Mahaprabhu улыбнулся и сказал, Tatastu. So be it, Brahma. Да будет так, Брахма. Before I appear in the Kali Yuga, you will take your birth in a Muslim family and you will become known as Srila Haridas Thakur. Еще до моего прихода на землю ты родишься в мусульманской семье и прославишься под именем Харидаса Такура. And you will always stay with me. Ты будешь всегда находиться со мной. Srila Haridas Thakur was with Mahaprabhu in Navadvip, and when he went to Puri, he was with Mahaprabhu in Puri also. The whole older people. Харидас Такур участвовал во всех лилах Господа, и в Навадвипе, и в Джаганнатхапуре. You will be more humble than a blade of grass. Ты будешь смиреннее стебелька травы. And you assist me in my pastimes by being Nam Acharya, setting the example of how to chant the holy names. Ты будешь участвовать, содействовать в моей миссии, обучая всех, как воспевать святые имена. Ты будешь известен как Нама Ачарья. Прабху said, Апани кай му бахта бхава янгикай, Апани ачарьи бхакти шикаму савай. I will appear in this world in the mood of my devotee, and I will teach devotional service by my own pastimes and through my own associates like you. Я приду в этот мир в настроении собственного преданного и буду обучать весь мир, как служить Кришне и задействовать тебя как идеал поведения вайшнава. Юга дарма праватайму нава санкиртан чарибава бхакти дьяна чаму бхуван. I will establish and spread the Yuga Dharma of Nam Sankirtan, and by this I will cause the whole world to dance, relishing the four
Rasas of Braj Prem. Я установлю юга дарму нам санкиртан и позволю всем вкусить четыре расы Браджа Према. Но шанта рас. Во Браджа нет шанта расы. Даса раса это будет. Даса ее состояние будет вдохнуть, микс будет санкиртан. Даса раса присутствует во Браджа, но не в чистой форме. Она всегда смешана с саки или вацали. So then Mahaprabhu said, O Brahma, you should know the inner meaning, the inner purpose for my appearance as Gauranga. Брама, я хочу, чтобы ты их поведал тебе истинный смысл моего прихода в облике Гауранги. Sri Radhaya Pranayama Hima Kidisho Vayanaiva Swadhyo Vina Bhutama Duriva Kidisho Vahadiya Saukyam Chasya Vadanubhavata Kidisham Veti Lobat And very happy that many of you know this very important verse from Swarup Damodara Goswami. See, Krishna, be impelled by greed to know the depths of the love of Radhika. And be impelled by greed to Krishna wanted to know his own sweetness, which is only seen through the eyes of Radhika. Krishna будет движимый познать глубину любви Шримати Радики, познать собственную сладость, которую во всей полноте воспринимает лишь Шримати Радика через линзу своей любви к нему. And be impelled by a greed to know what is the happiness that Radhika experiences when she tastes the sweetness of Krishna through the glories of her love. These three desires are connected. Сильным желанием познать ту радость, которую испытывает Радика, вкушая сладость. Кришны через линзу своей любви. Сачигара Бас Индо Харинду. Then Sri Krishna appeared from the womb of Sachimata in the Yoga Pit Maya. Sri Krishna явился из лона мамы Сачи в Йога Питхе в Майяпуре. So then Lord Gauranga disappeared. И после этого Господь Гауранга исчез. And Brahmaji was weeping in separation. Брама остался один и рыдал. Then after some time he appeared. Before Mahaprabhu, about 35 years before Mahaprabhu, he appeared as Srila Haridasa. Из приблизительно за 35 лет до явления читания Махапрабху он воплотился как Шрила Харидаса Гор на земле. And at the time when Advaita Acharya was calling Krishna to come to this world, here in Mayapur, Srila Haridasa Gor was in Benapol in a cave and he was also chanting and calling. В то же самое время, когда Адвайта Ачарья тут, находясь в Майяпуре, призывал Господа снизойти на землю, Шрила Харидас Такур совершал баджану в пещере в Бенапале и тоже призывал Господа. So that is why we sing Jaya Nila Premardana Karuna Pachur. Who brought the treasure of Krishna Prem to this world, Mahaprabhu, Acharya Thakur, it means Advaita Acharya and Namacharya Srinivasa Thakur both. Принес это сокровище на землю, это оба Адвайта Ачарья, это заслуга Адвайта Ачарьи и Шрилы Харидаса Такура. So because this island is the island where Mahaprabhu reveals his antakaran, his inner heart's desire, his antar, that means his inner reason for appearing in this world, therefore this island is called Antardvip. Остров называется Антардвип. Антар это внутреннее, так как тут Махапрабху поведал свое сокровенное желание, истинную причину своего явления на землю. Антардвип Парикрамати. Остров называется Антардвип. So, then, on that day we went through Antardvip. The first place we came to was Nandan Acharya's barn. Первый день, когда мы начали свою парикраму вчера, первое место, к которому мы пришли, это был Нанда Ачарья Баван. So everyone, in your heart, go there now. Вернитесь туда в сердце прямо сейчас. Are you there? Yes. In Fragoni Thailand. Горный Тай там.
And just to the left side of the deities, then there's a beautiful the house of Anandanachari is there praying to Mahaprabhu. So go there now. Переместились туда, на Нанда-ачарья Бхава. So, when we were there, we told the pastime of how Nityananda Prabhu, when he first came to Navadvip, he was hiding there. Там мы услышали Юру о том, когда Нитянанда Прабху прибыл в Навадвипу, он скрывался там, в саду Нанда-ачарья. That is, he is not the only person who hid in Nanda-ачарья Бхава. Он не единственный, который прятался там, This place just has this commonality in the Leelas that many persons hide there. Особенность этого места, что там любят прятаться в этом месте. Какая роль этого места? Who else was hiding there? Кто еще там прятался? Адвайта-ачарья. Адвайта-ачарья, yes. Адвайта-ачарья там прятался. Anyone else? Махапрабху. And Махапрабху. Okay, so we have two hiding pastimes to tell. То есть еще две лилы, а прятание нам предстоит услышать. Even though Адвайта-ачарья had called Махапрабху to appear, and Махапрабху had appeared, but Адвайта-ачарья didn't. Recognize. То, что сам Адвайта-ачарья призвал Махапрабху, и Махапрабху пришел, Адвайта-ачарья не распознал его. After some time, Адвайта-ачарья was back in his home, just a couple of hours down the Ganga here, about a couple of hours by boat, so it's about 50 kilometers in Shantipur. Позже Адвайта-ачарья жил в своей резиденции в Шантипуре, которая расположена около 50 километров от Майяпура. In the meantime, here in Navadvip, Mahaprabhu decided, I will manifest my Bhagavata, my Godhood, and reveal my identity to you. В то время, пока Адвайта-ачарья был в Шантипуре, Махапрабху, находясь тут, решил явить всем свою Бхагавату, свою божественность. So he came and sat on the altar of the deities. Уселся на алтарь божеств. Then he thought, oh, Nara called me to this world. I was relaxing in the ocean of milk, but by the loud shouts of Nara, then my Singha San started shaking. Call Nara at once. Who is that? Advaita-ачарья. So Mahaprabhu said, Sri Ram Pandit. Go and get Advaita-ачарья. Tell him that person whom he was calling has appeared. И Махапрабху велел Шри Рам Пандит, отправляйся за Адвайта-ачарья и скажи, что тот, которого он звал, пришел. So then, Sri Ram Pandit went running. Шри Рам Пандит побежал. And very, very quickly, he arrived in Shantipur. Быстро добрался до Шантипура. He said, Advaita-ачарья, you are so fortunate. О, Адвайта-ачарья, ты такой удачливый. You are the one who called the Supreme Lord to this world. Ты тот, кто призвал Верховного Господа. And now he has revealed himself. It's Nimai Pandit. Теперь Господь явил себя, это Nimai Pandit. And he's calling you, come at once. Теперь он хочет увидеть тебя, приходи поскорее. Advaita-ачарья told his wife, Sita Takarani, get the Arti Paraphernalia. Advaita-ачарья сказал жене, бери Paraphernalia для Арати, срочно. So they quickly got all the deeps and dupes and chamaras and chandan and kastur and all the and tambol, all the good things. Sita Takarani помогла Advaita-ачарья собрать все Paraphernalia, еще tambol, сандаловую пасту, чамару, все необходимое для пуджи. And in great haste they set off from Shantipur. Помчались из Шантипура, скорее по направлению к Майяпуру. And as they got closer and closer, they were approaching Майяпур, then Advaita-ачарья thought, is it really my Lord or not? Они приближались к Майяпуру, и вдруг у него появились сомнения, действительно ли это мой Господь? If he is my Lord, then I should not go to him. He should know where I am. Если он мой Господь, то зачем я пойду к нему сам? Он сам должен знать. Then he went into Nanda-ачарья's house to hide. Я пошел прятаться в дом Нанда-ачарьи. Пошел, думал, тогда я спрячусь тут, если он мой Господь, он будет знать, где я нахожусь. He sat there meditating on his Ishtadeva Madan Gopala. И сел там, стал медитировать для своего Ishtadeva Madan Gopala. In the meantime, Sri Ram Pandit came back. К этому времени Sri Ram Pandit вернулся в читание Махапрабху уже. Mahaprabhu said, well, where's Advaita-ачарья? Did you tell him? Где Advaita-ачарья? Ты призвал его? He said, yes, I told him. Да, я передал ему. Then where is he? И где он? Then Mahaprabhu meditated. Mahaprabhu закрыл глаза, подумал. He's in the house of Нанда-ачарья. Прячется в доме Нанда-ачарья. Sri Ram Pandit, go again. Sri Ram Pandit, отправляйся за ним. And tell him
I know where you are. Скажи, что я знаю, где он прячется. So then Sri Rambani came from the yoga place to Nandanacharya Bhavan. Когда Шри Рампанди побежал уже тогда из Шривасангана в Нандачарья Бхаван. Then the old white Acharya had a doubt. Shri Rampani said, I'm back. Шри Рампанди сказал, я вернулся за тобой. So you should come down. So then the white Acharya sees the Thakurani in the audience to see, he's come, he has come. And quickly they went running with all their paraphernalia. Advaita Acharya came into Shivasangam. And Mahaprabhu was there and he showed Advaita Acharya and Siddhita Thakurani in the form of Madan Gopala. Mahaprabhu was sitting on the altar and he showed Madan Gopala, Advaita Acharya and Siddhita Thakurani. Advaita Acharya was giving pranams and offering beautiful prayers. Advaita Acharya stand planeta Господу возносить чудесные молитвы. And he did puja. Of Krishna with the mantra. Krishna mantra. Know what mantra he used? Знаете какой мантры? Namo Brahmanya Devaya, Go Brahmana Hitaya Cha, Jagatitaya Krishnaya, Govindaya Namo Namaha. So in this way, Mahaprabhu revealed himself to his dear associate Advaita. Таким образом Махапрабху явил себя своему дорогому преданному Адвайте Ачарье. Then, we heard about the meeting of Nityananda Prabhu and Mahaprabhu in the house of Nandanacharya. Мы слышали о встрече, первой встрече Нитянанды Прабху и Чайтаньи Махапрабху, которая произошла в Нандачарье Бхаване. When Sri Vas Thakur uttered the verse, Paha Pidam Natavana Papuhu Kaneo Kanikaram, then the ecstatic emotions that were manifest in the body of Nityananda Prabhu, causing him to roar and jump and dance and roll on the ground. The devotees had never seen anything like this before. То экстатические эмоции, которые захватили Нитянанду Прабху, были настолько удивительны, что никто из преданных прежде такого экстаза не видел ни в ком. Шривас Такур has prayed, but he's never seen anything. Шривас Такур сам обладает, у него самого есть према, но он не видел таких сатей каба. Адвайта Ачарья has prayed, but he's never seen anything. Адвайта Ачарья есть према, он тоже не видел ничего подобного тому, что явил Нитянанду Прабху. So, one day, Nimai had not revealed himself to the rest of the world. И в то время, когда еще никто не знал о том, что Nimai Pandit это сам Господь. He used to walk around the town of Navadvip with his associates. Он гулял по Навадвипе, по городу вместе со своими спутниками. So just like when Krishna was walking around Mathura, everyone saw him in a different way. Потом того, как Кришну видели в Матуре, все воспринимали его по-разному. Мала нам масанири нам наратавасви нам сваромортима. Oh, some person saw Mahaprabhu. He is a cupid like Kamadev himself. Некоторые видели читание Махапрабху как будто его самого бога любви Купидона. Some persons, materialists, oh, he's a proud scholar. Обыватели думали, что он просто горделивый ученый. The atheists saw him and they became afraid of him. Атеисты боялись его. Knowing that he can cut all their arguments. Знали, что он может обрубить любые их аргументы или доводы. So everyone was seeing him in a different way. Все по-разному воспринимали Nimai Pandita. And when he was walking around, some atheists and offenders came to him. И однажды некоторые атеисты и оскорбители приблизились к нему. Oh, Nimai, сказали, we have to tell you something because we're your friends. Nimai, ты знаешь, мы твои друзья, мы хотим с тобой поговорить. You see, you do this secret kirtan at night, no one can go inside. Ты знаешь, ты там тайком поешь киртаны по ночам, на которые вы никого не пускаете. And because of this, all the people, they're all cursing you. Из-за этого все люди проклинают тебя. So if so many people are cursing you, then there's got to be a result. Ты понимаешь, что когда столько проклятий направлено на тебя, то они принесут свой плод. The result will come. Плод придет. That the king will send an order for you. Непременно царь пришлет за тобой. So saying this, they were pretending to show concern, but they were against him. То есть на самом деле они притворялись, что они такие благожелатели, на самом деле они ненавидели его. Nimai Pandit said, let it be, let it be. Да будет так, сказал Nimai Pandit.
I want that the king should meet with me. Ну, то есть призывает меня, пусть повидается со мной. Because I'm so young. Я такой юный. People, they don't take me seriously. Никто меня всерьез не воспринимает. But I have studied the shastras my whole life since childhood. Всю жизнь, с детства я по шастрам. And I want that people come to me and ask me questions. Приходите задавать вопросы. Then those atheists said, well, I think he just wants to hear your kirtan. Да нет, нам кажется, что он просто киртан твой хочет послушать. He doesn't want to have a just big philosophical discussion with you, he's a Muslim. Дебаты с тобой ему не интересны, он мусульманин. Твои доводы и шастры тоже. So then Mahaprabhu, he just walked away. А Махапрабху просто повернулся и ушел от них. He considered all these big pandits of Navadvip, the Bhattacharyas, and the other scholars who were atheistic and offenders, oh, they're insignificant like straw. Он не важно не ставил этих псевдоученых Навадвипа, этих Бхаттачарьев, то это просто солома на земле. So then Nimai Pandit came back to Srivastakura's house. И пошел обратно в Майпур, в дом Srivastakura. Told his associates. Everyone do Харинам Санкиртан. И попросил всех своих спутников петь Харинам Санкиртан. Because today I associated with some materialists. Сегодня я пообщался с обывателями. So just to take away this inauspiciousness. Давайте эту скверну разгоним, давайте споем киртан. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама. After a little time, then Nimai Pandit, he stopped, he said, why am I not feeling the usual bhav, the usual ecstasy? Через некоторое время Нимай остановил киртан, сказал, что-то странное происходит, не испытываю прежнего энтузиазма, бхава. He began to lament. И стал сокрушаться. Am I not feeling the bhav? Because I associated with a materialist. Может быть, бхава покинула меня из-за того, что я пообщался с материалистами. Атяра пьясасча праджалбуния магра джанасангасталоям ча сарби бхакти винашьяти. Six things destroy your bhakti. Шесть вещей, разрушающих бхакти. Overeating. Переедание. Over-endeavoring in bodily activities. Ну, чрезмерные амбиции мирские. Speaking mundane subjects. Праздные разговоры. Not following carefully the rules and regulations of bhakti or following them fanatically without understanding the purpose behind them. Неисполнение правил предписаний или наоборот фанатичное следование правилам предписаниям без понимания истинного смысла предназначения этих правил предписаний. Being greedy for worldly knowledge. Желание стать ученым, обрести мирские знания. Especially. Главным образом. Jana Sangha, associating with worldly minded persons whose consciousness is they are vimuk, they are bahimuk, they consciousness is turned away from the lotus feet of Shama Sundar. Самое опасное для бхакти это общение с непреданным, потому что их сознание полностью отвлечено от Кришны. Они с безразличием относятся к Господу. Here sadhya bhakti vinasati. What to speak of a person who is trying to make progress to attain bhakti? Here it says, if you have bhakti, you lose it. Тут предостережение идет не. So it's not like the case of a general devotee trying to attain, oh, one day will I get back. It's a person who bhakti is coming to them, they will lose it by these six faults. Надо понять серьезность этого предостережения. Тут речь не идет о начинающем преданном, который пытается культивировать бхакти. Тут уже речь идет о том, у кого есть бхакти, и он может лишиться бхакти, вот следуя вот этим шестью вещам. А что же говорить, если у кого-то еще бхакти не окрепло? Mahaprabhu, he was overwhelmed. He said, why am I not feeling bhav, ecstatic love for Krishna? Is it because today, when I wandered through the town, I associated with the materialists? И Махапрабху сильно расстроился по этому поводу. Он подумал, я не испытываю своих прежних эмоций бхавы. Возможно, это из-за того, что сегодня в городе я остановился и поговорил с материалистами.
Well, then Mahaprabhu looked at the devotee and said, or is it that I have made some offenses to all of you? Please, please forgive me. А потом, повернувшись к преданным, к своим друзьям, он сказал, а может я обидел кого-либо из вас? Может я что-то сделал не так? Простите меня, пожалуйста, за мои оскорбления. Advaita Acharya continued dancing. Advaita Acharya продолжал танцевать. And he knitted his eyebrows. And he looked at the Mahaprabhu. Посмотрел на Махапрабху. He said, why should you feel the bath? С какой стати ты должен испытывать бах? You know that? You have not given ecstatic love to me? You have not given ecstatic love to Shrivas? We've been with you all these years. And this Avadhut, Nityananda, this Avadhut, he just came a few days ago, and you have made him the gatekeeper of the storehouse of Prem. Казначейство премы. And you have not given any drop to me, or to Shrivas. So Nara, that's himself, Nara, he has dried up the ocean of your paths. Истощил океан твоей бавы. Иссушил океан твоей бавы. Вот что произошло. You wander around the town, you're giving bread to the people selling garlands in the street, to people selling sesame seeds in the street, to outcasts and low caste people. Ты ходишь по городу, распаешь прямо всем, там, продавцам гирляндов, продавцам кунжутных семян, семечек. But you have not given a drop to me or to Shrivas. So if I dry up all the balm in your heart, then there's no fault in me. Then with Mahaprabhu, because Mahaprabhu was, his humility is one kind of bath. When he heard these words, now your heart has become dry. So, I have lost my treasure. So when they used to have kirtan, they used to lock the door. But suddenly, Mahaprabhu was overwhelmed in emotion, and he ran and he broke down the door. And he ran outside. Advaita Acharya was still. Nityananda Prabhu and Haridas looked at each other and said, let's get him. And Nityananda and Haridas went running out the door. So Nimai Pandit was thinking, without bath, there's no point in living. And he ran and he jumped into the Ganga to drown himself. Understand? Понимаете? Do you think like that sometimes? Вы так мыслите в жизни? Without bath, life is not worth living. Думаете, зачем мне жить, если у меня нет бавы? But anyway, maybe there's something good on TV. So Mahaprabhu really, he's having the pastime of a real devotee and feeling that he had lost the treasure of love. Махапрабху является лилой истинного преданного, и веря в то, что он лишился сокровища трансцендентной любви, трансцендентной бхавы, он прыгнул в Гангу. Он не сопротивлялся в воде, он просто тонул, он не плыл. Nityananda Prabhu and Haridas Thakur, they ran and they saw him sinking under the water and they both dived in. Когда Nityananda Prabhu и Haridas Thakur подбежали к Ганге, увидели, что Махапрабху уже уходит под воду, они бросились. Нырнули в воду. Srila Haridas Thakur caught Mahaprabhu by the lotus feet. И Srila Haridas Thakur схватил за ноги. Nityananda Prabhu grabbed him by the hair.
Ананда Прабху схватил его за волосы. And together the two of them pulled him out from the water and brought him onto the bank. Поплыли и дотащили до берега, достали его из воды. So now the three, Айдастакур, Нитинандру, and Нимай Пандит were sitting soaking wet on the bank. Мокрые, промокшие, сидели на берегу втроем. And they're all sad. И все были грустными. Нимай Пандит said, Нимай Пандит сказал, why did you save me? Зачем вы спасли мне жизнь? It was better if I die, if I have no love. Лучше бы я утонула, если у меня больше нет любви. And why did you grab me by the hair? А зачем ты меня за волосы схватил? Зачем ты меня за волосы схватил так? So then Nityananda Prabhu, he said, oh, what are you doing? Nityananda Prabhu сказал, ты что творишь? This is, if you go, this will be a punishment upon us. If you leave, если ты оставишь that will нас, be a punishment upon all of us. Ты что, нас пытаешься наказать вот этим поведением? Если ты покинешь нас, что мы будем делать? Don't take seriously what Advaita Acharya said. He's just absorbed in love for you all the time. He doesn't know what he's saying and what he's not saying. Не слушает Адвайта Ачарья, вообще не ведает, что он говорит. Он так тебя любит, что иногда чушь какую-то говорит. Сам не понимаешь, что. So then Mahaprabhu said, listen, Haridas Nitai. Тогда Нимай Пандит сказал, слушайте меня, Харидас. No one saw me coming here. Никто не видел, как я сюда пришел. So, I'm going somewhere. Я куда-то хочу сходить. If anyone asks you, have you seen me? Just tell them, no, we haven't seen you. Если будут расспрашивать про меня, скажите, что вы меня не видели, не знаете, где я. And if you tell anyone, then I cannot say what kind of future will come. А если вы расскажете кому-то, куда я пошел, то я за себя не ручаюсь. И за ваше будущее тоже. Сила Харидас Такур и Нитинанда Прабху, they promised. We didn't see a thing. Хорошо, сказали Сила Харидас Такур, Нитинанда, мы ничего не знаем, ничего не видели. So then, Nimai Pandit got up and he went to the house of Nandana Acharya. Nimai Pandit встал тогда и ушел с берега Ганги в дом Нанда Ачарья. It was a great surprise. Нандана Ачарья saw him. Нанда Ачарья сильно удивился, увидев Nimai Pandit, поклонился ему. And he was very concerned because he was still wearing all wet clothes. So Nandana Acharya went and bought dry fresh clothes and decorated Mahaprabhu. Nanda Acharya переживал, что Махапрабху был весь мокрый, вся одежда его была мокрая, он принес сухую новую одежду, переодел Махапрабху. Mahaprabhu came and sat on his singhasana, on his altar. Махапрабху пошел, сел на алтарик у него. And Nanda Acharya decorated him with Mahaprasadam, sandalwood paste. Nanda Acharya украсил его сандаловой пастой, Mahaprasadam. And flowers and fragrant oil. Предложил ему ароматные масла, цветы. He worshipped him and gave him tambul to chew. Почтил его, провел арати, дал, предложил ему тамбулу. And he was overjoyed to serve Mahaprabhu. Он был счастлив, что у него есть возможность служить Махапрабху. So then Nimai Pandit said to him, Нимай Пандит после этого сказал ему, I need a place to hide. Can you hide me here in your house? Я хочу спрятаться где-то. Ты можешь спрятать меня у себя дома? Nandana Acharya said, that is a very difficult thing to do. Nandana Acharya сказал, это сложная задача. Because wherever you go, even if I hide you in my heart, then the bhaktas, the devotees, they will find you. Because the devotees can always find you. Он говорит, преданных не спрячешься. Даже если тебя спрячу в свое сердце, тебя преданные все равно найдут там. Even if I hide you in the middle of the Kiyasagra, the ocean of milk, but still your devotees will find you. Даже если я спрячу тебя посреди молочного океана, твои преданные все равно найдут тебя. You know that Krishna is called Adoksaj. He's beyond the range of sense perception of any human being. No one can find him. But still, by their bhakti, the devotees always find where Krishna is hiding. Krishna называет Адоксаджи, его невозможно постичь никакими чувствами, он запредельный, его невозможно найти. Но преданные посредством своего бхакти все равно находят Господа. So then, Mahaprabhu was very pleased hearing the glorification of his devotees. А Махапрабху понравилось, как Нанданачарья прославил преданных. He said, well, I want to hide here. Don't tell anyone where I am. I will stay here tonight. Он сказал, в любом случае, я хочу спрятаться у тебя в доме, никому не рассказывай, что я у тебя в гостях. Я хочу заночевать у тебя. So then, Nandana Acharya and Nimai Pandit,
they began to speak Krishna Katha, Harikatha together, and they become so absorbed in the Harikatha that they were speaking the whole night until the night passed and the first rays of the sun began to shine. После этого они стали обсуждать Харикатху и так увлеклись Харикатхой, что всю ночь напролет они провели в этих беседах и уже не заметили, как появилась заря. So in the meantime, в это время all the devotees, they were suffering. Все преданные сильно страдали. Perhaps you know that in Vrindavan Lila, when Rasa Lila was going on, see Krishna disappeared from the Rasa Lila. Вы знаете, когда во Вриндаване, во время Раса Лилы, Кришна скрылся от гопи? What happened? Что случилось? All the gopis became mad. Гопи обезумели от горя. Being absorbed in separation, they had spurti of Krishna in their heart and lost external consciousness. Испытывая сильную разлуку, они видели Кришну в своем сердце, спурти, но они уже не воспринимали ничего вокруг себя. They became so absorbed in him that they thought Krishna hum, and they began imitating his pastimes. Они думали, что они уже стали Кришной, они были Кришна хам. Sometimes they lost the internal vision and came to external vision, and they began to speak to the flowers and the trees, asking, "Oh, have you seen Krishna? Where is the son of Nanda Maharaj? He's stolen my heart." И они стали разговаривать с растениями, с животными, разыскивая Кришну. Они спрашивали: "Вы видели Кришну?" So when Mahaprabhu disappeared, ran away from the Mahasankirtan Rasa, then his very intimate devotees, they were all dying in separation. И когда Махапрабху скрылся от всех преданных, когда он убежал тогда с нам Санкиртаны, с тех пор его никто не видел, и все сильно переживали, сильно страдали в разлуке. When the morning came, Mahaprabhu's heart melted, and he told Nandanachar, "Go and get Sri Vastakur." К утру сердце Махапрабху уже растаяло, он сказал Нанданачаре, "Приведи Шри Вастакура." So Sri Vastakur came there. Шри Вастакур пришел к Махапрабху. And seeing Mahaprabhu, he was so relieved, "Oh, you are here." И увидев Махапрабху, он испытал огромнейшее облегчение, что с ним все в порядке, он тут. Махапрабху сказал, "How is Advaita Acharya?" Как поживает Адвайта Ачарья? Shiva Thakur said, "He's suffering so much." Он так сильно страдает, сказал Шива Стакур. He's thinking that he became proud and made offense to you. Он считает себя оскорбителем, подумал, что он возгордился и оскорбил тебя. And that is why you have disappeared from everyone. Ты его наказал и лишил всех своего общения. He's fasting completely. He didn't eat or take even a drop of water. Он с тех пор, как ты исчез, он не спал, не ел, не пил. He's become so weak, he cannot even move. Он настолько слаб уже от этого горестного состояния, что он уже не двигаться не может. So when Nimai Pandit heard about the intense love of Advaita Acharya, как только Nimai Pandit услышал об этом состоянии, об этой сильной любви Адвайта Ачарьи, let's go and see. Сказал, ну пойдем навестим его. So then he got up from Nandanacharya Bhavan, and he встал. Went to along past the yoga pit and came to Advaita Acharya. Advaita Acharya was lying down. Advaita Acharya лежал. Just feeling completely devastated. Испытывая полное отчаяние. And very tightly holding the lotus feet of Nimai Pandit on his heart in his meditation. В своей медитации крепко прижимая лотосные стопы Нимай Пандита к своему сердцу. Mahaprabhu walked in. He said, "It is I, Vishwambar Mishra." Mahaprabhu вошел и сказал, "Это я, Vishwambar Mishra." Advaita Acharya, get up at once and do your duties. Вставай, Advaita Acharya, совершай свои обязанности. When Advaita Acharya heard the voice of, "It is I, Vishwambar," как только Advaita Acharya услышал этот голос, "Это я, Vishwambar." And he got up, but he was very shy, so he didn't say anything. Он тут же встал, но ему было так стыдно, он ни слова не говорил, он просто молчал. Nimai Pandit said, "Now you should do your, because Brahmins have to wake up, take bath, put on tilak, go to Mangalati." Нужно приступать к утренним обязанностям, там встать, помыться, нанести тилаку, совершить гаятри мантры, почтить Гангу. Махапрабху сказал, давай, вставай и начинай свои дела. Advaita Acharya said, yes, I'll do the duties. Advaita Acharya сказал, ну я совершу все свои обязанности. But there's one thing. Ну, есть одна вещь. You always reciprocate
with the Nityananda Prabhu, and you show such ecstatic love for him and for others. Ты всегда такую сильную любовь проявляешь по отношению к Нитянанде Прабху и другим. But to me, you show me respect. А ко мне ты относишься с почтением. Because the Dvaita Acharya is a disciple of Madhavendra Puri, so he is on the level of the Nimai Pandit's guru actually. Потому что Дваита Ачарья — брат Боги Ишвара Пури Пада, он тоже ученик Мадхавендра Пури, поэтому он как гуру джан для читания Махапрабху. And because you are always showing me this respect, then I am devoid of pure love. Из-за того, что ты всегда выражаешь такое почтение ко мне и уважение, то у меня нет любви. It is the nature of Braja. Braja is the praying is very crooked there. Во Браже все наоборот, прямо там. That's the nature of Braja praying. Природа Браджа любви, она очень извилистая. Прейки нади сада отабахида. The river of love flows in the opposite direction. Любовь любви течет в обратном направлении. So in Braj, what seems to be disrespect is actually respect, and what is respect is disrespect. Во Браджа то, что кажется неуважением, на самом деле уважение, а то, что уважение, формальность, это не любовь, там, не уважение. More and more love, then the respect goes down. Потому что чем больше любви, тем больше фамильярности, то меньше почтения будет. So this is why, when Krishna approaches Chandravali, she sees him coming, she stands up with folded hands and offers him a seat. Потому что когда Кришна, Чандравали видит, как Кришна приближается к ней, она встает, тут же приветствует, уступает ему место, чтобы он сел. But this Gritasneha, this love is not very tasty to Krishna. Но эта любовь, подобная топленому маслу, Гритасней, не удовлетворяет Кришну, она неинтересна. When Krishna approach Radharani, Radharani will just say to herself, ignore him. Но если Кришна подходит к Радике, она тут же говорит своим подругам, игнорьте его. If Krishna will come and sit down next to Radhika, she'll just turn around. Подсядет, сядет рядом с Радхой, она повернется и будет смотреть в другую сторону. This is very interesting for Krishna. Это интригует Кришна. It increases his eagerness, his anura. Это усиливает его анура. So, disrespect is respect, and respect is disrespect. Неуважение — это уважение, а уважение — это неуважение во Врадже. So Advaita Acharya said. Advaita Acharya сказал. My only prayer is this, that you just accept me like the son of one of your maid servants. Моя единственная просьба, чтобы ты меня принял сыном одной из своих служанок. So then Nimai Pandit said, you know, if there's an officer of the king. Nimai Pandit сказал, если у царя есть чиновник, министр. And the officer of the king is on his way to see the king, but on the way, the guards at the gates, they approach him and they ask him, they request him something. Если чиновник, если министр отправляется на аудиенцию с царем, по пути стражники останавливают его и просят его о чем-то. Oh, we haven't been paid. Они говорят этому министру, нам до сих пор не заплатили зарплату. So then the minister goes to the king. То министр идет на аудиенцию с царю. And he places the plea before the king. And if the king agrees, then he'll give the tell his treasurer to give the money to the officer. Then the officer will go and distribute among the other servants. От имени этих стражников он уже просит, он заявляет, что нужно заплатить зарплату, и потом, если царь разрешает, то чиновник дает команду там казначейству, они выписывают чеки, дают там. So that officer has a position of power. То этого чиновника, министра, есть положение, то есть власть. But his power is depends on the king. Но власть его полностью зависит от царя, его влияние зависит от царя. And though he's deputed to have a position of power, if he makes a mistake, then the king will chastise him. То есть он депутат царя, у него есть свои полномочия, но если он нарушит какие-то полномочия, то царь может лишить его привилегий. So in the same way, Krishna is the sovereign of all. Он говорит, Кришна царь всех. And all the devatas like Brahma and Shiva, they're just his officers. А Брама, Шива, они всего лишь министры Кришны. He has given power to them. Он наделил их. Over any particular universe. But if they make a mistake, then he'll punish them. Он наделил их полномочиями и властью над разными вселенными, но если они сделают ошибку, он может наказать их. But he's very merciful. He always forgives them. Но все же он настолько милостив, он всегда их прощает. So, in that way, Advaita Acharya, you are the servant of Krishna, you are Krishna Das. Advaita Acharya, слуга Кришны, ты Кришна Das. So actually, Advaita Acharya is an incarnation of Sadashiva. Advaita Acharya, это инкарнация Sadashiva. Mahaprabhu was not, he was speaking in Mahaprabhu так Vyanjan Vriti, indirectly. Почем высказывался, Vyanjan Vriti. So when Mahaprabhu said, in this way, you are Krishna Das. Ему сказал, ты Кришна Дас. Mahaprabhu was indicating actually that he had chastised Advaita Acharya by this name. И то есть Mahaprabhu дал понять, что это лила, и он наказал Advaita Acharya, то есть проучил его за его поведение.
Then Advaita Acharya became ecstatic. He got up. He says, "Only my pandit. You are that sovereign of all existence." And he felt overjoyed that he'd been accepted by Mahaprabhu as Das. Which is the best situation? To be the master or to be the Das? Oh, wicked evil persons who are like jackals and wolves. They tell, "I am an avatar of Bhagavan." Люди, которые подобны глупым шакалам, хищникам, они провозглашают себя аватарами Господа. But they never experience any drop of nectar. Но ни капли нектара они не испытывают. But the servants of Bhagavan, the servants of Bhagavan, their joy is so wonderful, their hearts are so overflowing with love, that they can sell Krishna to others at any price they want. Но слуги Господа, они настолько пребывают всегда в блаженстве, с такой радости своей любви и служения, что они могут продать Кришну кому угодно за какую цену. Викрините сваматманам бхактебья бхактаватсала. Krishna himself has said, "My devotees, they have purchased me and they can sell me to anyone." Сам Кришна признается, меня купили мои преданные, продать меня могут за какую угодно цену. Because I am Bhaktavatsala, overwhelmed with affection for my devotees. Потому что я преисполнен любви к своим преданным, я Бхактавацала. Krishna Sito Mara, Krishna Кришна. My Gurudev was going on parikrama. Everyone was running behind Krishna, Krishna. Gurudev шел на парикраму, мой Gurudev шел на парикраму. Все бежали за ним, и мы кричали: Кришна, Кришна. Дай тава пратипа, I'm running after your footsteps. That means in your anugatya. Following outwardly and inwardly. Anugatya, идти по следам, за
гуру, за вайшнавами, то есть идти следом за кем-то. So Advaita Acharya, he was very happy to be certified by Mahaprabhu. You are Krishna Das. Он был доволен, он получил этот сертификат. Он слуга Кришны. Кришна. Адвайта Ачарья был счастлив, что Махапрабху подтвердил, что он слуга Кришны. So Vrindavan Das Thakur, in describing this pastime, he spoke a very beautiful prayer. В этой лиле Вриндава Дас Такур произнес прекрасный куплет Паяр. He said that the position of Krishna Das, do not think that a person who has this position, Krishna Das, is unfortunate in any way. Он сказал, не вздумайте думать, что кто-то, кто является слугой Кришны, он как неудачник, он чего-то обделен. Sometimes someone may think, oh, my name is Bhakta, whatever Das. Кто-то иногда думает, меня зовут так-то. Maybe I should keep my name Sripad. Может, мне не нравится быть Кришна Дас, надо сделать приставку Шрипад к своему имени. Пуджапад. Еще лучше Пуджапад. Шрипад, Пуджапад, Парамахамса, Парабраджа, Качарья. То есть надо еще добавить, что это имя так скучновато мое звучит, надо приукрасить его титулами. Парамахамса Ширамани. Парамахамса Чудамани, Ширамани. Бхатачарья Ньяйтирха. Бхатачарья Ньяйтирха. No, just this word Das is so high. Нет, нужно понимать, что само слово Das, оно настолько возвышено. Сила Бриндава Дас Такур said, Аграйхая мукти табе сарва банданаш табе се ите паре Шри Кришна Рудас. Аграйхая мукти. First be liberated from the darkness of Maya. Вриндава Дас Такур говорит, сначала вызвались из тьмы Майи. Табе сарва банданаш, and all bondage of the soul, of the three gunas, of the limitations of this physical plane of time and space should be completely destroyed without a trace, nothing left. Сначала нужно выбраться из оков Майи и разрушить все, что вот это связано с тремя гунами и невежеством. Табе сарва банданаш. See Krishna Das, and then after that you can be Krishna Das. А уже после этого ты можешь стать Кришна Дасом. Cannot be the servant of two masters, Maya and Krishna. Невозможно служить двум хозяевам. Нельзя служить и Майе, и Кришне. So the position of Krishna Das is beyond this world. It is the post-liberation experience. То есть положение быть слугой Кришны — это уже трансцендентное положение, это за пределами гон. And such personalities who are in this world. И такие личности, которые живут в этом мире. They have for them all the kings of the world, even the great demigods, even Brahma and Shiva. They are the Vishvampurna Sukhayate Vidimadendra Jistakidayate. All the great demigods are seen just like mosquitoes. И для них даже великие деваты, они не важнее комара для них. This is the glorious position of Krishna Das, those who have brain. Это возвышенное положение Кришна Даса, того, кто имеет любовь к прему. So by this beautiful pastime of Nimai Pandit in Nandanacharya Bhavan, the glories of the Vaishnavas have been loudly proclaimed throughout the universe. Вот это посредством этой удивительной лилы, которая произошла в Нандачарья Бхаване, слава Вайшнава была оглашена всему миру. Сриянта Двип Паркама Ки Джай, Сри Мабху Йога Пита Ки Джай, Сри Нанданачарья Ки Джай, Сри Нанданачарья Бхавана Ки Джай, Сри Адвайта Ачарья Ки Джай, Сри Адвайта Сакур Ки Джай, Парипаван Парамадая Апрайбадата Парамарти Кумар Сри Нитянанда Бхабу Ки Джай, Сри Пуршана Сачинандан Сри Горанга Махабу Ки Джай, Аритай Гаура Гайванандэ. Гурдева Кича! Да.